Приветствую, я Дерек Уокер, пастор библейской церкви в Оксфорде. Сегодня я хочу взять вас с собой на гору Эверест, библейского пророчества, в 53 главу книги Исаия. Исаия 53 глава — это удивительное пророчество, сделанное около 700 -го года до нашей эры, которое в деталях предсказало, что Иисус сделал для нас на кресте это самая вершина, это гора Эверест мессианского пророчества. Начинается пророчество несколькими стихами ранее, в 52 главе. Пророчество состоит из пяти разделов и начинается с 13 стиха 52 главы. Бог начинается со слов «Вот раб мой». Бог желает обратить наше внимание на своего раба, который исполнит для него особую миссию. Здесь он представляет нам главного героя, ключевую фигуру. Новый завет ясно показывает, что Иисус исполнил это слово. Тема этой песни ⁇ миссия, которую успешно исполняет страдающий раб. Интересно, что сначала иудеи понимали это пророчество как о страдающем Мессии. Но уже позже, в связи с тем, что христиане заявляют, что эту миссию исполнил Иисус, иудеи посчитали, что такое толкование им не подходит, и они запретили читать 53 главу Исаи в синагогах. И теперь для них страдающий раб — это сам Израиль. Но раб из 53 главы Исаи не может быть Израилем, потому что, во-первых, этот раб невинный и безгрешный, во-вторых, он страдает за грехи мира, тогда как Израиль частично пострадал за свои грехи, в-третьих, он страдает безропотно, в-четвертых, эта личность отделена от Израиля как народа, поскольку в песне говорится «Мой народ, мы и наш. То есть это никак не может быть Израиль. Новый Завет не раз говорит о том, что страдающий раб это Иисус Христос. Мы видим множество указаний на это в Новом Завете. Я хочу показать вам место из 8 главы Деяний, где Евангелист Филипп догоняет колесницу с Ефиоплининым. Там написано, Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаю, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, «Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, народ его кто разъяснит, ибо в от земли жизнь его. Евнуг же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Отсюда мы ясно видим, что в 53 главе Исаи речь идет об Иисусе. И точно так же, как Филипп, я сегодня хочу проповедовать вам об Иисусе. Мы посмотрим другие места Писания, связанные с 53 главой, которые исполнились в Иисусе. Но сначала посмотрим контекст, то, о чем речь до этого и после, и увидим, что контекст подтверждает, что это пророческая песня о грядущем Мессии. До песни мы читаем в 52 главе, 7 стихе. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону «Воцарился Бог твой» и 9 стих «Ибо утешил Господь народ свой и скупил Иерусалим» обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Под святой мышцей имеется в виду то, что Бог совершил спасение человечества. Бог перстами своими сотворил всю землю и все, что в ней. Творение это плод Его перста, это сделал перст Господень. Но когда дело дошло до искупления, это уже плод руки Господа. Поэтому в 52 главе Исаии звучит песнь о великой работе Мессии, о Его спасении. И эта добрая весть должна быть возвещена во всех народах. Все народы земли увидят спасение Божие. Но что это за спасение? Затем в 13 стихе начинается песня, объясняющая Основания для возвещения доброй вести о спасении, об искупительной жертве Мессии. Он исполнил спасение для всех народов и принес шалом. А затем в 54 и 55 главах после песни дается прекрасное описание благословений спасения, которые мы получаем даром посредством жертвы. Благословение — это плодотворность, избавление от страха и стыда, союз с Господом, искупление греха и избавление от гнева Божьего, вхождение в вечный завет мира и процветания, утверждение в праведности Христа, ибо написано «Праведность их от меня», — говорит Господь. Это власть над врагом. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Затем в 55 главе Исаи мы видим приглашение принять участие в жизни с избытком, которая стала доступной благодаря жертве Мессии. И теперь народ может иметь мир и радость. В самом центре всего этого — жертва. Эта песня составлена очень красиво. Она состоит из пяти разделов по три стиха, то есть всего 15 стихов, и каждый раздел сконцентрирован на главной теме, упомянутой в первом стихе. Первый раздел описывает великий поворот. Это обзор истории, дальше в песне дается больше деталей. Этот раздел описывает триумф, который ждет раба после его страданий, после его миссии. Пророчество начинается с того, что Мессия успешно исполнит свою миссию, полностью совершив волю Божию. И как доказательство он трижды превознесен до небес. Итак, посмотрим Исаию, 52 главу, 13 стих. «Вот раб мой, Бог хочет обратить на него наше внимание. Вот раб мой, исполняющий волю Божью, будет благоуспешен. Он исполнит свою миссию, и в результате он, во-первых, возвысится, речь о его воскресении, во-вторых, вознесется, речь о его вознесении, и возвеличится, воссядет по правую руку Бога. Он говорит о его победе. Но прежде раб будет сильно унижен. Вот почему он будет возвышен. Потому что следующая строка говорит, что он будет превознесен по причине того, что многие изумлялись, смотря на него. То есть из-за того, что он был так унижен. Это причина, почему он возвышен. Во-первых, он должен пострадать так, что это потрясет многих, и, во-вторых, он будет превознесен. Из-за столь великого уничижения он будет высоко вознесен. Давайте вспомним, что говорится об Иисусе в послании филиппийцам. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, и это исполнилось в страданиях Христа. Пророчество продолжается далее в 14 стихе. Он пострадает от ужасного, мучительного, физического наказания. Его тело и лицо будут обезображены, как никто из людей. И мы посмотрим это место. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен почти всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Пророчество продолжается описанием прекрасного плода этого страдания, описанным в Исаии 52 главе 15 стихе. Так, то есть через свои страдания, многие народы приведет он в изумление, окропит своей кровью. Слово «окропит» в основном используется для окропления кровью. Когда говорится о многих народах, это указывает на то, что Мессия умер не только за Израиль, но за многие народы. Его страдания будут иметь цель искупления. Его кровь будет пролита, и ею окропятся все народы. Не только Израиль, для прощения и омовения грехов. То есть он умрет, как непорочный жертвенный агнец, и принесет искупление и спасение всем народам. Он окропит своей кровью многие народы. Они не просто будут окроплены кровью, они услышат Евангелие. Когда язычники услышат Евангелие, услышат о том, что сделал Мессия, они изумятся от услышанного, так как никогда о таком и не слышали. Многие, даже многие цари, поверят в Бога через страдания Мессии и спасутся. Это исполнилось в истории церкви. Мы знаем, что многие королевские семьи приняли Христа, особенно в Европе. В 15 стихе говорится, что языческие цари закроют перед ним уста свои, то есть они в изумлении, трепети и поклонения не смогут ничего сказать, ибо они увидят, увидят верой то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. В 53 главе говорится, что народ Израиля не захочет его принять, но другие народы примут его. Один из признаков истинного Мессии состоит в том, что он распространит познание о Боге по всей земле, несмотря на то, что его народ отверг его. И мы знаем, что это исполнилось в Иисусе. Мы переходим ко второму разделу о великом унижении и отвержении миссии. В первом разделе мы говорили о его страданиях и о том, что он будет превознесен. Во втором разделе речь идет о его великом унижении и отвержении его своим же народом. Распространяется послание о Христе и о его спасении. Но Народ Израиля его не принимает. Большинство из них не принимает Божью добрую весть. Но Бог дает силу к спасению тем, кто уверовал в Евангелие. Посмотрим на это место. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня». Мы помним, что мышца Господня приносит спасение. Кто увидит в своей жизни мышцу Господню? Те, кто уверовал в радостную Божью весть. А что это за Божья весть? Это и есть 53 глава Исаия. Мессия пострадал и пролил свою кровь. Если вы в это уверовали, вы увидите мышцу Господню. Это весть о спасении. Это добрая весть мира из 52 главы. Этот стих также предсказывает, что поначалу Израиль не поверит в него. Кто поверил слышанному от нас? То есть здесь говорится, что сначала Израиль не поверит. Об этом говорится и в Новом Завете, 12 глава Евангелия от Иоанна. «Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него» да сбудется слово Исаия Пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. Римлянам, 10 глава, 16 стих. Но не все послушались благовествования, Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Восьмое пророчество частично. Израиль отверг его из-за того, что они не ожидали, что он, славный царь, придет смиренно, как страдающий раб, и примет смерть, как проклятый, как преступник. 53 глава, 2 стих указывает одну причину, почему они его отвергли мы посмотрим, ибо... То есть, потому что он взошел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. О чем это говорит? Они ожидали славного, величественного, царственного Мессию. Когда Иисус пришел в смирение, они его не узнали. Обратите внимание, ибо он зашел пред ним. С самого рождения он был святым и праведным, и возрос в совершенного зрелого мужа. Он взошел как отпрыск и как росток из сухой земли. Несмотря на то, что он вырос в духовно сильного человека, это было в то время, когда в народе Израиля была духовная засуха. Это были 400 лет тишины. Не было пророка в земле Израиля. Сам народ был под римской оккупацией, под гнетом Рима была и царская семья. И сам Иисус, как сын Давида, жил в самых простых условиях среди крестьян. Это была сухая земля. Как и сказано в пророчестве, в смиренных условиях, в которых рос Мессия, не было ничего необычного. Итак, они ждали великого царя с мощной властью и славой. Поэтому они не увидели истинного Мессию, который взошел как простой росток в сухой земле. И дальше написано, что не было в нем ни вида, ни величия, и ничто не привлекало нас к нему. Очевидно, он достаточно хорошо выглядел, но в нем не было особого сияния. Он не излучал славу, величие и красоту. Он был человеком. Конечно же, он не был просто человеком, но выглядел он как обычный человек, чтобы принести им спасение. И поэтому те, кто ждали славного победителя, пропустили его. Он выглядел как обычный человек. Он не был одет как царь и не имел ничего особенного в своем внешнем облике. Его истинная слава и Величия были скрыты от человеческих глаз. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, и люди отвращали от него лицам. Это исполнилось в смерти Иисуса, когда все от Него отвернулись, и когда Он понес на кресте проклятие греха. А третий стих говорит, «Он был презрен и умолен пред людьми». Это исполнилось в Иисусе на кресте. Сказано, что Он муж скорбей. Это слово «макоп», которое включает в себя телесную боль, и «изведавший болезни». А это слово «коли», то есть «телесные боли». «И мы отвращали от него лицо свое». Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Мы знаем, что на кресте он понес не свои немощи и болезни. И из следующего стиха мы знаем, что он понес наши немощи и болезни. Люди отвращали от него лицом. Когда он страдал на кресте, это показывает, что он был унижен за нас. Итак, они ожидают миссию победителя, а видят Иисуса страдающего на кресте и очевидную слабость. Это и есть причина, почему они не поверили. И третий раздел ⁇ Великое замещение или великий обмен. В центре пророчества мы видим сердце того, что Он сделал для нас. В итоге Израиль, который сначала отверг его, осознает божественную цель его страданий, что Он умирал не за свои грехи, а за наши за грехи всех нас. Он был непорочной, заместительной жертвой, понесшей наши грехи, наш суд и проклятие, дабы нам обрести мир с Богом и восстановление во всех сферах нашей жизни. Это предсказание о том, что Он не только пострадает за наши грехи, но и понесет в Своем теле наши болезни и боли, что обеспечит нам всем исцеление. В четвертом стихе сказано, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Взял — это слово «наса», что означает «нести», «поднять» или «забрать». Это слово также используется в 12 стихе в значении «понес наши немощи» и «понес». Наши болезни. Понес это слово «сабал», что значит «нести тяжелое бремя». Оно также используется в 11 стихе в значении «понести наказание за грехи». «Он понес наши немощи». Это слово «макоп», что значит «боль». Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Дух Святой подтвердил истинное значение этих слов в Евангелии от Матфея, 8 главе. Иисус исцелил всех больных, да сбудет сореченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Это перевод Святого Духа. Он подтвердил, что Иисус понес наши телесные болезни и боли на кресте. Итак, исцеление ⁇ часть искупления. И оно доступно всем. И поэтому Он исцелял всех в своем служении. А мы, то есть Израиль, думали, что он был поражаем, то есть убит, наказуем, то есть что это был Божий суд над ним и уничижен или наказуем Богом. Израиль не понял, что он делал это не за свои грехи. Он умирал за их грехи. И следующий стих, а вот тут мы видим откровение. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». За наше непослушание, за нашу непокорность Богу, наказание мира нашего было на нем. А слово «мир» на иврите — «шалом», что значит «прощение», «здоровье», «процветание». И ранами его, то есть ранами на его теле, мы исцелились. Исцеление предназначено для нас. Этот центральный стих пророчества говорит о том, что Иисус был побиваем и пронзен для того, чтобы нам получить исцеление. Первое послание Петра 2, 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Иисус сделал это для нас, и затем сказано, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». А это и есть суть греха, и Господь возложил на него грехи всех нас, то есть непослушание и последующие проклятия. Возложил мощное слово. Все грехи всех людей на земле были возложены на Иисуса на кресте. Он понес их все ради нас. Слава Господу! Петр говорит, «Вы были как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Заметьте, в четвертом стихе говорится о том, что Иисус взял на себя наши болезни, а в пятом Речь о том, что он взял на себя наши духовные провалы, наши грехи и беззакония. Раздел четвертый это его смерть, великая мера пресечения, седьмой стих. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклании, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Он был жертвенным агнцем Божьим и отдал за нас свою жизнь. Предсказано, что он будет истязаем, но будет безгласен перед своими обвинителями. Несмотря на свою невинность, он смиренно покоряется несправедливому и лживому обвинению. Он ничего не говорит в свою защиту. Он не жалуется и не проклинает окружающих, не взывает к Богу и ангелам, чтобы они его освободили. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Исаю, 53 главу 8 стих можно прочесть и так. «Но потомков его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых». Это указывает на то, что он будет убит молодым и не будет иметь детей. И это тоже правда. Также 9 стих. «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». 9 и стих — это пророческий парадокс. Здесь написано, что он должен был быть погребен со злодеями, но погребен у богатого. Его планировали похоронить с преступниками, но поскольку он был невиновен, Бог вмешался и вступился за него, предоставив ему гробницу богатого. Это пророчество исполнилось в точности. Он претерпел смерть. Он пережил смерть на трех уровнях — в духе, душе и теле. И также он был невиновен как в делах, так и в славах. В первом послании Петра говорится, что он не сделал никакого греха. И не было лести в устах его. И пятый раздел — это великая награда. В десятом стихе сказано, но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению даст ему испытать боль, это слово «коли», когда же душа его принесет жертву умилостивления. А в жертву входит не только принятие наказания за грехи, но и то, что он понес наши болезни. Написано, что Богу было угодно возложить на Иисуса наши грехи. А почему? потому что он планировал этот план спасения людей еще от сотворения мира. И в результате этой жертвы Агнца Божьего мы обретаем спасение. Дальше говорится, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство, у него нет детей по плоти, но Он узрит Своих духовных потомков, рожденных свыше через Его страдания и смерть. Потомство долговечное, то есть, умерев за их грехи, Он воскреснет и будет жить вечно. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. В Его потомстве, в Его семени, мы процветаем в Его руках. Слава Господу! И далее на подвиг души своей он будет смотреть с довольством на плод своих страданий на кресте, как радуется мать рождению ребенка после страданий в родах. Он возрадуется, когда увидит драгоценное семя, плод своих скорбей, детей, которые родились свыше, благодаря его смерти и воскресению. Затем 11 стих объясняет, как они стали его семенем. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Он заберет наши грехи и даст нам свою праведность. Те, кто познали Его, кто уверовали в Него, сделаются праведными, но не своей праведностью, а Его праведностью. Они будут оправданы. Слава Иисусу! Пророчество заканчивается так. «Посему я дам Ему часть между великими». Бог удовлетворен потому что Мессия был послушен до смерти, и Бог высоко вознесет его и наградит всяким благословением, включая верховную власть. И сильными, то есть с нами, ставшими сильными благодаря вере, будет делить добычу то есть победу над силами зла, потому что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Иисус совершил все это на кресте, поэтому Бог вознаградил его, и он делится своей победой с нами. Слава Богу за Иисуса! Спасибо Иисусу за его жертву! Наш славный Царь скоро грядет!